«Идет война народная, священная война». Эти слова знаменитой песни Второй мировой войны знакомы каждому человеку, родившемуся в СССР. Священные войны велись в Древней Греции, в Древнем Риме. В исламе есть понятие «джихад» или «газават» – священная война за религию Аллаха, за ее распространение. Эту войну обязан вести каждый мусульманин, и не только духовно, но и на поле боя. С точки зрения иудаизма тоже существует несколько типов войн, которые могут вести евреи. И первая из них – «мельхемет мицва» – «священная война». Это необходимая война, направленная на завоевание «эрец Исраэль», то есть «земли Израиля». А как относится к войне христианство? Нет, то, что говорит на эту тему пропаганда, мы все, конечно, знаем. А вот как дело обстоит на самом деле? Для начала наших рассуждений о войне и ее легитимности с точки зрения христианства нам необходимо обратиться к глубокой древности, буквально к истокам человеческого бытия, и заглянуть в древнеязыческие мифы о сотворении мира. Там мы обнаружим с вами прелюбопытнейшую вещь. Оказывается, во всех древних мифах, будь то мифы вавилонские, шумерские, греческие, египетские, даже китайские, происходит один и тот же сценарий. Существует некий хаос, дальше происходит война богов или высших каких-то существ, и в этом хаосе утверждается после этой войны, как ее окончание, некий порядок. И вот этот порядок – это и является мир, то есть создание нашего мира понималось древними людьми как решение конфликта между хаосом и порядком, между добром и злом. Вот такое древнее понятие войны, как движущей силы мироздания, нужно принять во внимание, если мы хотим с вами рассуждать дальше. И вот эти древнейшие концепции о том, что для того, чтобы создавать порядок, для того, чтобы создавать некой священной территории необходимо бороться с этим хаосом и установить какого-то, урегулировать какую-то территорию, которая будет без греха, без вот этой силы зла, окружать ее каким-то стеною, да, это идея святилища, идея храма. И, естественно, для того, чтобы создать такой храм, надо завоевать территорию. И надо, чтобы была легитимная власть, надо, чтобы Бог, этот правитель или первосвященник, благословлял. И вот из этой идеи, действительно, от святилища и рождается идея тоже об избранном народе, избранной нации. И мы отражение этих идей находим не только в языческих мифах. Мы находим это даже в книге Бытия, когда бездна, которая, да, вот первобытная бездна, вот побеждается Словом Божьим, когда Господь говорит: «Да будет свет», да, перед этим есть то, что невозможно даже переводить на иврите, это называется «тогу вавогу», и тьма, которая находится над бездной, над тегома. Тут находится, на самом деле, можно найти даже отголосок древнейшей вавилонской мифа сотворения мира о том, как бог Мардук убивает богини Тиамат и все ее злые бесы, да, и из ее тела уже творит небо, землю и уже как бы новые вселенные. Да, вот получается, в человеческом сознании очень вот сильно вот это желание создать некое как бы обряд, ритуал. Даже слово «ритуал» исходит из древнейших индоевропейских корней слова «рта», которое означает в санскрите и в древнем Иране «порядок». То есть есть силы, которые без порядка, полного хаоса, и есть порядок. И этот порядок надо установить, и установить его надо способом именно насильственным. Как говорит даже древний греческий философ Гераклит, война – отец всего. И вот с таким же точно пониманием войны мы встречаемся с вами в Ветхом Завете. Народ Израиля воюет за Ханаан, за землю обетованную, для того, чтобы на этой земле поселиться, очистить ее от греха и создать на ней свое царство, в котором будет главным Бог,
которое будет жить по заповедям Божьим, и из которого впоследствии родится Спаситель мира Христос. Здесь нужно очень четко понимать, что на момент событий, которые описываются в Ветхом Завете, человечество очень далеко отошло от Бога. И, скажем так, понятия добра и зла были очень размытыми, расплывчатыми. И для того, чтобы вернуть человечество обратно, Богу нужны были крутые хирургические методы. То есть фактически то, как действовал ветхозаветный Израиль, уничтожая целые города, которые Бог предавал в руки их, как написано в Библии, эти действия можно сравнить с действиями врача-хирурга, который просто отрезает больные члены, удаляет больные органы. И, кстати, не лишним будет сказать, что Израиль ведь вел себя подобным способом не только по отношению к язычникам, а также и внутри самого народа. Заповеди Моисеевы предполагали очень страшные наказания, смертную казнь за целый ряд грехов, которые сейчас мы с вами, в общем-то, за большое дело не считаем. Например, смертная казнь полагалась за всего лишь нарушение субботы. Я уж не говорю о прелюбодеянии, воровстве, убийстве. За все это полагалась смертная казнь. Соответственно, жизнь человеческая ценилась несколько по-иному в те времена. И то, как действовал Израиль, хотя и было жестоким, но было справедливым по тем законам, по тем временам, по тем обстоятельствам и ради тех целей. Почему необходимо было народу истреблять языческие города? При этом Бог всегда заповедовал им ничего не брать из этих городов, то есть никаких трофеев, ибо они считались скверными. Почему это было необходимо? Потому что если бы народ не уничтожал их, а просто расселился бы по земле обетованной, придя из египетской пустыни, да, из египетского плена, вернее, туда, то они бы и сами в скором времени заразились язычеством. А Богу необходимо было построить народ чистый, святой, в котором не прерывалась бы вот эта цепь праведников, идущая до самой Пресвятой Богородицы, из которой потом и родится Спаситель мира Христос. И вот тут, если мы говорим о моменте, который, с одной стороны, и исторический, и сверхисторический, моменте воплощения Божье воплощение и учение не только о том, что Христос пришел, а учение о том, что Бог воплотился, родился в виде младенца, вырос потом, крестился и принял смерть, так же, как и любой человек принимает, тут совсем-совсем другая перспектива на всего этого. Несмотря на то, что идея о том, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это разные боги, эта идея считается еретической. И один и тот же Господь Иисус Христос – это тот же самый Яхве, который мы встречаем в Ветхом Завете. То есть с точки зрения святоотеческого и православия, и даже с точки зрения католицизма, и даже протестантизма, Бог Ветхого Завета, Бог Нового Завета – это один, абсолютно один и тот же Бог. Однако, если мы берем именно главные догмы новозаветные, даже до святых отцов, главные догмы – это что? Что Бог воплотился, что Бог принимает смерть и что, как видит Мессия, воскрес. Да? Это дает нам абсолютно другая точка зрения на всего этого. Потому что если сам Бог всемогущий, который может в один миг установить любой порядок, в том числе и священный порядок, и вот полное как бы очищение мира от зла и от греха, но принимает совсем другие меры для этого. Не мера как бы вот уничтожения грешников, а меры прощения, мере принятия на себя вот эти грехи и уничтожения всего этого греха в самом себе, да, сам Христос безгрешен, но он принимает все грехи мира, да, это дает нам совсем другая перспектива на идею всемогущества Божия, на идею справедливости, на идею, почему грешники идут без наказания, почему мы не наказываем грешников, почему наоборот праведник и святой страдает несправедливо. В Ветхом Завете на этого ответа нет. Ответа на плач Иова
в еврейской Библии не существует. Бог всемогущий, все, что он делает, справедливо. Но ответ Иову нет. Ответ Иову только в том, что сам Бог тоже терпел ту же самую несправедливость, которую любой праведник может терпеть в этом мире. То есть, по закону Моисеева, женщина, которая, например, совершает блуд, ее надо побить камнями. Человек, который нарушает субботу, его, как бы, надо его убить. В Новом Завете сам Христос нарушает субботу, да? Он объясняет, почему. Потому что суббота – это правило, которое дано для определенных целей, да? Это не само по себе, да? Хоть суббота – это священный день, вечный день, который дал тот же самый Бог, да? Но, тем не менее, Христос нарушает субботу, нарушает правила о том, что такое чистое и нечистое. Также Христос не призывает к священной войне против женщины, которая совершает блуд, или которая как бы имеет несколько мужей, или которые вообще имеют мужчины, которые не являются для них мужья. Да? Христос общается с такими грешными людьми и с грешными женщинами и призывает первый, который без греха, бросить камень. То, каким образом обращается Христос с человеком в Новом Завете, можно было бы сравнить с лечением мазями, припарками, всякими лекарствами добрыми, которые помогают уже не хирургическим, а более щадящим, более тонким способом исцелить окончательно человеческую природу от первородного греха, от, вернее, последствий первородного греха. Вот именно так понимает православие, дело спасения, исцеление, преображение человеческой природы, искаженной последствиями первородного греха. И вот в Новом Завете окончательно Господь раскрывает перед людьми способы, как можно этого достичь. Он ничего не утверждает военными действиями, он ни на чем даже не настаивает, он предлагает человечеству жить по неким иным законам. И выразить эти законы в одно слово можно так же, как это сделал сам Христос в Евангелии. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Когда мы читаем все эти вещи, конечно, сердце наше просто растворяется, правда же, любовью, радостью, желанием жить именно так. Ну а дальше перед христианской церковью встал вопрос о том, как жить именно так, как теперь реально осуществить это, вот в повседневной реальной жизни. Первые 300 лет было еще более-менее понятно. Был период мученичества. И, собственно говоря, христиане были абсолютными пацифистами. Они не защищали ни себя, ни своих детей, ни свои общины с оружием каким бы то ни было в руках. Они просто погибали. Погибали десятками, сотнями тысяч. Мы теперь называем этих святых мучениками, христианскими мучениками. Также в первые века христианства не стоял вопрос о том, может ли христианин служить в армии. Однозначным был ответ – нет, не может. И не только потому, что есть заповедь «не убий», а еще и потому, что воины обязаны были приносить присягу императору. Император в Древнем Риме почитался как сын Божий, да, как полубог или наместник Бога на земле. И, соответственно, это было недопустимо. Но, а также воины просто обязаны были участвовать в целом ряде всяких ритуалов, обрядов языческих, приносить жертву богам благодарность за победу, перед военным походом тоже совершать общие молитвы языческим богам, ну и массу всего другого. И, соответственно, для христиан это было абсолютно недопустимым. Так, при императоре Максимиане воины целого легиона были перебиты по приказу императора за то, что, являясь христианами, отказались сражаться с единоверцами. Мученик Центурион Марцелл, объясняя свое поведение судье на допросе, сказал: «Не должно сражаться за бренную суету христианину, человеку, являющемуся Божьим воином». Еще более выразительная история произошла в царствовании императора Диоклетиана с рекрутом по имени Максимилиан. Сын солдата, крепкий и здоровый юноша, Максимилиан призывался в армию. Когда проводивший призыв проконсул Дион велел ему назвать свое имя, рекрут отвечал: «Зачем хочешь знать мое имя? Мне нельзя воевать, потому что я христианин». Проконсул, будучи человеком нежестоким, не хотел наказывать юношу за принадлежность к запрещенной религии. Он стал убеждать Максимилиана:
Но тот твердил свое: «Не буду служить, хоть отруби мне голову, не буду служить мирскому, но послужу Богу моему». Проконсул сказал ему, что в римском войске уже есть христиане. «Они сами знают, что им надо», — отвечал Максимилиан. «Я же христианин и не могу делать дурного». «Что же делают дурного те, кто служит?» — спросил проконсул. «Сам знаешь, что они делают», — был ответ. Так и не удалось склонить Максимилиана к службе в римском войске. Он был приговорен к смертной казни. Узнав о своем приговоре, юноша воскликнул: «Слава Богу!» Ну, надо начать с того, что просто христианство в первых веках было нелегальной религией, никаким образом не только не связано с государством, это просто было просто нерегулируемое государство. Иудаизм в первых веках, кстати, была легальной религией, то есть она существовала в рамках Римской империи и так далее. Но гражданин Рима, он не мог отказаться приносить, например, клятвы богам или императору, а христиане почему шли на мученичество? Они именно поэтому и шли на мученичество. Ну, если речь идет о первых христиан, которые были воинами, если они и умерли как мучениками, это было именно из-за их как раз непослушание, не за то, что они были отличные воины, убивали врагов, и поэтому они были прославлены как святыми. То есть наоборот, мы их прославляем не за их профессии как воины, а именно за то, что они отказались от своего военного служения, именно потому, что это было не соответствовало с их верой. То есть если, например, командир сказал: «Иди арестуй вот этих людей в это село», и человек отказался, потому что там христиане, и он не хотел выполнить приказ уничтожать христиан, он, получается, вот отказался от своего служения. И это то, что как бы речь идет о первых мучениках воинов. То есть, получается, святые воины, такое понятие, как святые воины, не существует. Это уже в народное христианство, в народное православие или в политическом православии, именно из-за того, что этих святых изображают на иконах с копьями и так далее. Конечно, это все символическое, это означает их духовная война и брань. Но тем не менее, поскольку вот, в народном сознании их стали потом почитать как покровителями определенных дивизий войны, у нас сложилось такое впечатление, что есть святые небесные войны. Это все связано с политическое православие, да, это тоже православие, к сожалению, которое существует со времен Константина Великого. Естественно, тут некий как бы конфликт был между вот это идеологическое политическое православие, которое продвигали в основном чиновники и люди, которые пришли в церкви как бы просто от язычества, да, они пришли для того, чтобы просто им показалось, что иерархия церковная, епископат и так далее, это хороший способ вот просто наводить порядок в обществе. Дело в том, что к 4 веку были большие проблемы, гражданские войны, недоверие властям и так далее. И вот после Диоклетиан Константин Великий, который, в принципе, знал Диоклетиана лично, он решил, что лучше это не бороться с христианами, а просто урегулировать. И это была гениальная идея на самом деле. Но это идея, которая из-за этого, можно сказать, что духовные аспекты христианства сильно пострадали и шли в конфликт. И тут весь 4 век и весь род Константиновых, в принципе, вели, вот я бы сказал уже, то есть я знаю, что Константин Великий у нас причислен к лику святых за его первый Никейский собор, однако сам Константин Великий и все его потомки, они были арианцами. Это исторический факт, тут нечего даже доказывать, они именно были на стороне арии. Получается, официальное православие до прихода императора Феодосия I было, вот скажем так, идеология, официальная идеология была еретическая. Крест использовали как империалистический такой как бы символ, знамени как бы наше царство и так далее, и так далее. И тут уже вот эта линия пошла даже потом, когда уже были и другие Вселенские соборы, второй, и третий, четвертый, и пятый, уже как бы параллельные такие линии существовали в православии. С одной стороны,
политическое, идеологическое, и, с другой стороны, внутренне духовное. Но тут, конечно, очень тянет обвинить древних византийских отцов церкви вот в этом ненужном компромиссе, в каком-то ненужном преклонении перед властями, страхе перед властями. Ну зачем писали они вот эти вот строки, оправдывающие войну и допускающие христианам воевать? Как бы было просто, если бы они этого тогда не сделали. Однако, во-первых, надо посмотреть на исторический период, когда они это делали. Что происходило в тот момент? Дело в том, что Византийская империя, то есть христианская Римская империя, была, собственно, защитником всех христиан, которые проживали на ее территории. Она гарантировала всем своим гражданам, без исключения, социальную стабильность, мир, благоденствие, и церковь никаким образом не могла и не хотела ей в этом препятствовать. Было такое понятие Pax Romana, римский мир. То есть Византийская империя выступала как единственная сила в мире, так сказать, да, которая может хранить мир. Вот такая тавтология. И, соответственно, воины Византийской империи в основном, если вели войны, то войны оборонительные, не наступательные, и на границах Римской империи. То есть они защищали границы Римской империи и, в общем-то, особенно в мирное время выполняли, ну, в общем-то, полицейские функции. То есть охраняли. И поэтому, конечно, церковь, ну, вполне с такой, я думаю, не совсем спокойной совестью, конечно, но с вполне спокойной совестью давала на это благословение. Потому что от этого мира зависела и проповедь церкви, и то, насколько она свободно сможет распространять благую весть учения Христа по всей территории тогдашней ойкумены, как это называлось, да, то есть тогдашней вот границы Римской империи, которая занимала полмира фактически, от Великобритании до Северной Африки. Несмотря на одобрение церковью военных действий, не было понятия священной войны. Было понятие справедливой войны. Это понятие ввел в употребление блаженный Августин, который объяснял, что идеальный мир и порядок – это утопия. Мы живем в падшем мире, и истребить полностью грех из этого земного нашего вот бытия молитвой и постом мы не можем. Соответственно, периодически нужно браться за оружие для того, чтобы наводить в мире порядок, защищать целомудрие, защищать слабых, несчастных и так далее. Понятие любви к ближнему для него было исключительно вещью духовной, поэтому его вот как-то не смущало, что можно при этом телесно ближнего умертвить, но при этом его как-то по-христиански любить, это вопрос открытый. И вот он, собственно говоря, ввел понятие справедливой войны и даже написал 5 пунктов, по которым можно определить, что война справедливая. И, собственно говоря, вот эти 5 пунктов до сих пор используют, ну, например, Русская Православная Церковь, когда объясняет свое отношение к войнам как таковым. Тут очень важный момент, что блаженный Августин относился к западной части церкви, которая, в принципе, уже теряла связи с настоящим Римом, то есть настоящим византийским Римом, который был наследником Римской империи. Да? То есть, получается, Запад в это время, на Западе прониклись разные племена, то, что мы называем варварские племена, и в том числе и христианских, и германских, и то, что мы называем сейчас венгерцы, да, вот это гуны. И вот на Востоке не был такой вакуум, то есть существовало римское правило, которое вполне отвечало на такие как бы довольно практические вопросы, касающиеся как вести войны. То есть для этого не надо было обращаться ни к Ветхому Завету, ни к Новому Завету, и ни к каким церковным деятелям. На Западе, наоборот, как бы границы были слабые, и часто были нападения от других врагов, и поэтому западное христианство развивалось немножко по-другому. И мы можем даже уже довольно рано, даже в первом тысячелетии, видеть другое отношение. То есть, если восточные христиане относились более аккуратно к вопросам войны, считали, что как бы даже
справедливая война, это дело, которое потом требует очень много покаяния, и никаким образом это не считалось как что-то такое достохвальное, да, вот на Западе, наоборот, потихонечку возникает идея и справедливой войны, и даже священной войны. Это связано с тем, что образовались то, что мы называем королевство франков. Франки это были христиане, которые как бы германские племена, которые приняли христианство довольно рано, и потом как бы даже вот, ну, я не смогу всю историю франков рассказать, но тем не менее Карл Великий, он претендовал на то, что он король всех, не только франков, но и римлян, и потихонечку после периода Карла Великого стали развиваться вот такие именно вот синтез, я бы сказал, идеи германских племен плюс христианство. И это то, что породило потом вот этот раскол между Восточной Церкви, Западной Церкви и крестовые походы. Обратите внимание, что на христианском Востоке были разные войны, но никаким образом не были то, что мы называем крестовые походы. То есть, получается, идея священной войны стала развиваться в западное христианство к концу первого тысячелетия, начало первого тысячелетия, уже начало второго тысячелетия нашей эры, уже эти идеи стали вести в практику. И первый вот такие из этих примеров, и самый яркий из них, это как раз завоевание франков Востока, то есть крестовые походы, которые оправдывало очень много жестокости, в том числе и по отношению к христианам, и в том числе и к православным христианам. Получается, те, которые больше всего пострадали от идеи священной войны, были православные христиане. И несмотря на все это, церковь, тем не менее, всегда расценивала пролитие крови, любое пролитие крови, как нарушение нравственного закона. И всегда призывала воинов, христиан, которые по необходимости, по призыву, так сказать, государства идут на военную службу, проявлять крайнее милосердие к врагам, не обижать вдов, женщин, детей. То есть, иными словами, предъявляла такие требования, которые, если мы посмотрим реалистично, в общем-то, невыполнимы. Потому что на самом деле война – дело грязное и очень страшное. Это подтвердит каждый, кто там бывал. Или кто об этом читал, свидетельства очевидцев, людей, которые прошли через реальные, настоящие военные боевые действия. Поэтому здесь как бы получается некий такой момент неустойчивый. С одной стороны, церковь призывает нас к одному, с другой стороны, благословляет, разрешает другое. Вот для того, чтобы понять, почему Бог так устроил и не дал нам просто четких, конкретных, холодных законов, как, например, у иудеев в Галахе или у мусульман в законе шариата, мы должны вспомнить о том, что Бог есть любовь, и Он нам дал свободную волю именно по своей любви. Бог ждет от каждого из нас в каждом конкретном случае нашего личного выбора. И вот этот наш личный выбор и является правильным. То есть, иными словами, христианин призывается слушать свою совесть и слушать евангельский голос Христа. И на основании этого совершать поступки. Что же касается древних святых отцов, что же касается писателей разных веков, мы видим с вами, что все они были людьми, и они действовали в разных исторических обстоятельствах. И очень хорошо в этом разбираться и понимать это именно для того, чтобы мыслить критически. И не просто слепо следовать букве, которую мы прочитали, даже в Библии. И тогда не будет таких действительно страшных перекосов, как, например, всевозможные апокрифические жития святых, в которых рассказывается о том, как они благословляли, например, вот как Сергий Радонежский, воинов. Житие святого преподобного Сергия Радонежского было написано его учеником Епифанием в 15 веке. В нем нет никаких дат, и поэтому датировка событий вызывает споры среди историков уже давно. Куликовская же битва там вообще не упоминается.
Дмитрий Донской приходит к Сергию просто перед выступлением против татар. В ответ на вопрос князя, надо ли ему идти в этот поход, преподобный Сергий, согласно Епифанию, ответил следующее. «Следует тебе, господин, заботиться о порученном тебе Богом славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог поможет тебе, ты победишь, и невредимым в свое отечество с великой честью вернешься». В этой фразе мы видим типичное для византийской церковной традиции отношение к властям и воинам. Эта фраза претерпела изменения в последующих редакциях жития и превратилась в устойчивое пророчество о победе уже у Дмитрия Ростовского, то есть в XVII веке. С точки зрения историков, которые глубоко изучают источники, встреча Сергия с Дмитрием Донским перед Куликовской битвой вряд ли могла произойти по целому ряду причин. Главное из которых следующее. Об этом визите князя ничего не говорится в летописных источниках, тогда как такое важное событие не могло остаться незамеченным летописцами. О благословении на бой схимников Пересвета и Ослябий в житии вообще ничего нет. Этот рассказ появляется только в сказании о Мамаевом побоище, литературном произведении, написанном в середине XVI века. Подробности, описанные там, историки считают недостоверными. О запрещении же монашествующим участвовать в военных действиях четко говорят церковные каноны, а именно третье правило святых апостолов и седьмое правило четвертого Вселенского собора. Не знать об этих правилах святой преподобный Сергий, игумен Радонежский, конечно, не мог. Тем не менее, именно это сказание, а не подлинное житие Сергия в оригинале, легло в основу мифов о Куликовской битве и крепко засело в народное сознание. Итак, то, как мы обращаемся с историей, увы, во многом зависит от нашей веры и идеологии. И очень трудно идти воевать с чувством того, что ты вынужден по немощи падшего мира, в котором ты живешь, и по немощи своей совершать грех. Хочется чувствовать, что ты наоборот делаешь доброе и благое дело. Это вдохновляет, так сказать, боевой дух армии поднимает. И вот для этого, собственно говоря, это все и добавлялось. Что же мы скажем? Не нужно государству строить памятники павшим воинам? Нет, нужно. Не нужно государству иметь армию? Конечно, нужно. Вопрос о том, какую роль должна в этом играть церковь. А церковь, у нее своя забота. У государства забота о земном царстве, и оно действует своими земными методами в нашем падшем мире вполне логичными и, наверное, в каких-то случаях даже законными, когда это война, например, оборонительная, да? А вот церковь живет по другим законам. Она живет по законам духовным. И церковь прежде всего должна заботиться о том, чтобы ее паства, то есть те, кто уже уверовали во Христа, те, кто уже поняли разницу между Ветхим и Новым Заветом, между родоплеменными нашими инстинктами и тем, чему учил Христос, кто уже все это осознал, церковь должна помогать им совершенствоваться духовно и вести вот ту самую главную борьбу, которую призваны вести христиане, борьбу с дьяволом. Вот в этой войне христиане должны выходить победителями, а церковь должна заботиться прежде всего именно об этой войне, а не о какой-либо другой. Вот это смешение добро и злом, вот эта путаница, вот факт, что христианские и в том числе и православные страны уничтожают друг друга, поэтому никакого оборонительной войны тут нету, потому что когда один христианин убивает другого христианина, или даже один православный убивает другого православного, тут оправдания такого, конечно, нет. Опять, как бы многие считают, когда смотрят наши видео, что мы какие-то пацифисты. Я не пацифист. Вот один из персонажей, который я чувствую к нему очень большую несимпатию, это как раз Джон Леннон. Как бы мне не нравится Джон Леннон, мне не нравится культура хиппи, мне не нравится вот это как бы вот всем должно быть хорошо, мир. Я в этом не верю. Да? Действительно, каждая сторона должна защищать свои границы, должны быть армии и так далее. Однако, если твоя страна дает тебе преступные, именно преступные приказы, вот твоя совесть, не только как христианин, а как просто человек, это просто это не выполнять.
И да, если надо тогда, и сидеть в тюрьме, или как бы приезжать в другой страны, или быть в изгнании, или как бы лишиться какими-то как бы вот позиции, работы, деньги. Да, потому что, понимаете, это страшно. Это страшные дела, как бы вот совершить убийство и думать, что ты как бы делаешь хорошее дело, когда на самом деле ничего хорошего в этом нет. Увы, как бы мы живем в время, когда не существует настоящие христианские государства. В том числе нету православных государств. Когда мне говорят, что Греция или Сербия или Болгария или Украина или Россия это христианские или православные страны, это как бы, ну это смешно. Христиане сейчас вернулись к периоду первых веков, то есть период катакомб, когда на самом деле истинное православие это религия, которая нелегальные. А что такое истинное православие? Это не означает, что это какая-то секта или что мы не поминаем патриархов. Я лично поминаю всех патриархов, которые канонически есть. Да, хоть мне жутко неприятно, когда я слышу имя патриарха Кирилла, но тем не менее мы ходим и в храмах Вселенской патриархии, Румынской, да, вот Антиохийской, Иерусалимской и так далее, и так далее. То есть, получается, мы не существуем в отдельной от этих структур церковь. Но мы пытаемся действительно жить по святоотеческим правилам, как они существуют после падения Царграда, то есть Константинополя. Да? Константинополь был завоеван, христиане остались без государства. Ну, некоторые считают, что Россия – это Третий Рим. Может быть, была такая возможность, когда еще была царская Россия. После Октябрьской революции мы не видим как бы вот никаких изменений. Ленин как и сидел, до сих пор сидит в мавзолее. Под лозунгом традиционных ценностей возвращаются также и старые советские, безбожные в том числе, и вот идеи. И вот воплощается в какая-то новая смесь большевизм плюс неоправославие. И это смесь, на наш взгляд, является еретической. Именно поэтому, да, мы православные, мы русскоязычные, мы даже молимся в храмах, как бы такие же, как и наши зрители ходят, да, но тем не менее мы считаем, что вот живем сейчас в период, когда, к сожалению, церковное начальство, и тут я имею в виду всех, является отступниками, да. И вот другой вопрос, это как быть, действительно. И ответ на этого вопроса у меня нет. Потому что единственный ответ, который у меня есть, это ходить в храм, молиться, участвовать в таинствах, но также иметь совесть, иметь критическое мышление и попытаться следить по трезвым взглядам настоящих наших святителей. Они выдуманных, они в каких-то придуманных традициях, которые никогда не существовали. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня, друзья. Спасибо вам огромное за внимание, за поддержку. И если вам нравится то, что мы делаем, не забудьте, пожалуйста, подписаться на наш канал и поставить лайк. Всего самого доброго, до скорой встречи на следующей неделе.